Фазендер номер LE032. Такой коробки поставляется на российском рынке. Он еще известен как Венатор. Тут у нас краткая инструкция на английском. В общем-то, здесь все вообще очень понятно. Так, сразу у нас здесь идет липучка под выносную кнопку и шестигранный ключ. Прибор поставляется с интегрированной выносной кнопкой, которую можно на липучку присобачить. Витой шнур. Здесь у нас в корпус заходит. Здесь у нас мушка-целик, батарейное гнездо. Батарейка CR2 там используется. Довольно-таки легко откручивается. Нежданчик, что здесь еще есть батарейка. Здесь у нас излучатель-приемник. Что-то там можно видеть. Так, здесь крепление вивер, на вивера планочку. Вот этими двумя большими блестящими болтами можно снять вот это общее крепление от вот той внутренней планки, которую затем, открутив шестигранником, можно переставить либо сюда, либо сюда, либо оставить, где она есть. То есть прицел можно крепить так, 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 так. Я не знаю, каким там еще образом. То есть вот так. А здесь у нас вариатор регулировки наклона. То есть, ну, думаю, понятно, мы крутим, и он поднимается. И здесь у нас болт регулировки лево-право. То есть его крутим, он смещается туда, либо сюда. Длительным зажатием кнопки осуществляется включение прибора. И, в общем-то, меню здесь простое. Laser Works, заряд батареи, угол наклона прибора. Кстати, в боковом положении он тоже работает, как можете видеть. Вроде бы как бы. Так. Вот эта кнопка М, резиновая модификация, туман, горизонтальная дистанция истинная, горизонталь плюс туман, скорость и ноунейм режим. Длительным зажатием можем переключать метры и ярды, а если у нас стоит режим скорости, то можем переключать мили в час, километры в час. Однократным нажатием на кнопку запускается процесс сканирования. Куда бы у нас там стрельнуть-то? Ах, да, он же скорость у нас сейчас ищет. Не, скорости у нас не будет. Запустили сканирование и погнали. Вот он у нас начинает там 11 метров, там 8, 9. То есть начинает шарошить. Ну, через некоторое время, видимо, отключается. Ждать неохота. Поэтому мы еще раз его выключим. И таким же длительным нажатием выключаем. Сам приборчик довольно-таки компактный. Габариты не очень большие у него. То есть вот такой вот дальномер LE032. Всем пока.